Сегодня необычный выпуск. Приехал Женя, недавно был в Москве. Мы с ним давно уже познакомились и надеюсь, дружим. Спасибо большое. Серега тоже. Серега занимается своим бизнесом, сдает в аренду автомобили. У него очень интересная история. Вообще у него сервис свой. Не только автомобили, а можно там заказать от домов, машин, яхт, полетов. Ну и в том числе самолетов. И в том числе автомобили. А Женя у нас строитель, мотиватор, генератор идей и так далее. Но мне у этих обоих парней очень история понравилась. И я решил записать выпуск просто от того, как ребята приехали в Америку, да, не побоявшись трудностей, и кто как и от чего оттолкнулся. Вот сейчас мы едем в город миллионеров, правильно? Да, все. Да, да. Так у тебя здесь сервис, ты знаешь больше информации. Два слова об этом городе. Город был построен, ну вообще его как начал человек, Джордж Мерик, и построил он его, у него всегда была мечта построить собственный город, который он проектировал, и где он выберет, кто конкретно будет там жить. И он сделал город конкретно миллионеров. Они выкупили плантацию у человека по имени Лежун, француза. Это были начало прошлого века, 1920-18 годы. Вот, они выкупили все вот это вот пространство, и они понемножку начали development, то есть, ну, стройки. Он строил 2-3 дома, и потом искал разных миллионеров по всей Америке, кому он готов был это продать. Таким образом, понемножку он 2500 домов собрал и полностью весь этот район построил. Получается, что там были фактически одни миллионеры. Потому что он в основном хотел, чтобы люди приезжали не работать, как, например, Брикл тогда строился, а люди приезжали уже с деньгами, чтобы просто жить. И каким-то образом они, чтобы могли контролировать свои там работы и все остальное, remotely, как сказать. Ну, то есть, они не приезжали сюда зарабатывать, они приезжали здесь наслаждаться. Но потом возникли другие вопросы, правильно? Им надо было где-то проводить время, помимо дома еще. Во-первых, время надо было проводить. Он построил Билтмор, куда как раз мы едем. Это что-то вроде из фильма «Great Gatsby». Вот. И сразу через дорогу он построил церковь, что все ходили и молились, что все останется нормально и деньги будут. Но самое крутое, что когда у них начали дети становиться старше, очень много из них начали возникать, типа, блин, вот мы здесь живем, а дети сейчас будут уезжать, мы не хотим без детей, а дети должны в институты ехать учиться. И он профинансировал строительство университета Майами. Да, и этот известный университет, университет Майами, сейчас стал на самом деле очень, очень известным в Америке, особенно в сфере медицины, правильно? Да. Медицина там спортивная. Особенно спортивная. У них отдельная секция конкретно, которая именно вот со всеми командами спортивными, именно вот Майами. Но также они принимают разных других спортсменов извне. Даже те котлованы, которые они вырывали, они их потом переделывали в бассейны. Да, и там это, получается, самый холодный бассейн во Флориде, да, каким-то образом? Во-первых, он самый холодный, потому что вода идет сама из реки. А во-вторых, там другая вещь, он один из самых больших публичных бассейнов во всей стране. И там интересно очень, когда они раньше его, ну, сливали, чтобы почистить, они в это время использовали его тоже, и они ставили туда оркестр. И, получается, играет оркестр, и из-за акустики самого вот этого бассейна, вот это вот, получается... Слышит весь город. Да, получается, что весь город слышит. Очень-очень прикольная ситуация. Блин, капец, как интересно, конечно. Я новичок здесь тоже в Майами. Ну, и все, вот это слушать, это очень какой-то много космос. Людей. Да, приезжают, думают, Майами это типа Саут-Бич. Правильно, но еще не сказали, что город сделан в испанском стиле. Да. В стиле испанской ривьеры. Это даже отметил король Испании. Да, даже король Испании отметил, что типа дали ему какую-то там награду за то, что он продвигал именно вот эту вот стилистику. Ну, фактически, реально он сам лично делал дизайн всех домов, первых нескольких тысяч, которые были там построены. И большинство из тех, которые реально стоят возле Билтмора, они до сих пор стоят там больше 100 лет уже, получается. Там, в ресторане, в этом, куда мы сейчас пойдем, туда приезжали все, от старых президентов, там, Кеннеди, Рузвельта и так далее, политики, звезды, эстрады, кино, куча народа, и мы там будем сидеть, представляешь? Так, кстати, Джордж Мерик, да? Да. Это один из единственных районов, где есть конкретно, вот, как сказать,
Свой стиль. Свой стиль, где ты не имеешь права строить по-другому. То есть у тебя есть как графа, где ты должен заполнить это все. Они должны сверить, что да, окей, оно подходит по стилю именно вот этому району. И только тогда тебе разрешают строить. Я просто лично предпочитаю вот как contemporary стиль. Но именно как просто погулять здесь, остановиться. Какой ты стиль предпочитаешь? Стиль модерн. У них реально абсолютно разные стоимости. Зависит от, если это оригинал или нет. Зависит от, сколько земли вокруг. Зависит от... Как... Не так много вообще на продажу, покажи, на самом деле. Смотри. Покажи. Вот можно купить, вот можно купить, видишь, сарай за 2.5 миллиона. Это парковка. Нет, это пятикомнатный, кстати, дом. 500 с чем-то квадратных метров. 2.5 миллиона. Самый дешевый дом. 460 квадратных метров. Такой неплохой. 5 комнат. Большой участок сравнительно. 5 ванн. Туалетов. Ну, вот так. 1 749 000. 3 комнаты, 170 квадратных метров. Красивый внутри, очень, кстати, маленький, но красиво сделан. Получается 10 тысяч долларов квадратный метр? Ой, нужно считать. Ну да, наверное, 10 тысяч долларов. Но это здесь, наверное, самый дешевый дом, что есть. Смотри, куда мы подъезжаем. Ну что, паркуйся. Нас интересует дальше разговор, как и на чем ребята заработали, из чего начинали и как получилось. Вот что меня интересует, вот эта изюминка процесса. Пойдем! Погнали. Будешь сейчас рассказывать, как нам прыжок из бедности делать. 25 центов в час я начинал, ребята. Работал продавцом в магазине, а через 4 месяца открыл свой бизнес. И вот сейчас у него сеть своя магазинов. Ты представляешь, какой прыжок? А приехал, ничего не было в кармане, а? 4 тысячи было, как ничего. Ну да, 4 тысячи немало. Ну это ж просто за квартиру заплатить, пожить. Квартира, там машина, еда, туда-сюда. Представь. Вот мы сейчас заходим в этот отель. Но видно по дереву, что дерево, наверное, не менялось с открытия отеля. Елочка гори, да? Вот эти вот птички. А знаешь, как интересно сделано, что не через клетку смотришь, да, на птичку, а смотришь сюда через стекло. А они там очень красивые. Не можешь оценить красивую красоту потолков? Ну, работа дизайнера классная. Дизайн 100 лет назад. Да. Очень красиво, да? Это ресторанчик, где мы забронировали себе место. В 6 часов вечера присядем с фонтанчиком по центру. 100 лет назад здесь наверняка были какие-то балы. Так сказать, мужчины, кавалеры приглашали дам. Дамы, так сказать, отвечали кавалерам взаимным танцем. И все тут кружилось, так сказать. А вот там наверху наверняка играла музыка, где стоял скрипач, контрабас, баян и дудка, и подавали музыку в лучшем виде. На первый взгляд, хорошее местечко, да? Обалдеть, смотри. Сейчас поговорим. Мне вот тут душевно можно пообщаться, да? Вот это вид. Да. А ты представь себе этот вид 100 лет назад. Да. Для людей, которые приезжали там. Вот действительно, наверное, жизнь успешных людей. Вечером в среду гольф. До обеда, так сказать, деловой диалог в клубе миллионеров Бельведерского клуба. Да, после джакузи и баня, холодный бассейн и теплые ванны. Все атмосферно. Серега, спасибо, что позвал. Главное, что спокойно. Да. Кстати, Трамп, я слышал, проверяет своих бизнес-партнеров непосредственно в гольфе. Да ладно. Потому что в гольфе ты можешь как прочитать человека, если ты люди, которые бьют по лунке, то есть он смотрит, если они правильно там записывают свои ходы, потому что очень легко смухлевать. И если он там кого-то ловит, кто там лишнюю палочку, грубо говоря, поставит, он с таким человеком никогда бизнес делать не будет. Раз он его подставит в гольфе, он его подставит в бизнесе. Все, кто мухлюют, не играйте в гольф с Трампом. Каков бассейн, а, Серег? Каков бассейн? Голубой. В таком бассейне можно и целый день сидеть. По порядку. По порядку. Да. Приехал в Америку. Работал за 25 центов в час. В каком возрасте? 22 года.
4 штуки долларов у тебя было. Да, и все. Да, по какой визе ты приехал? У меня 10-летняя виза спортсмена была, я играл... Это не рабочая виза, просто у тебя была, грубо говоря, туристическая виза? Ну, туристическая виза, да. Ну, ты сразу устроился на работу? Сразу, конечно. Понятно. Устроился куда? Продавал косметику Мертвого моря, как все порядочные израильтяне. Ты продавал косметику Мертвого моря? Да. Ага, в магазине Мертвого моря. В магазине Мертвого моря. Хорошо. В киоске Мертвого моря. В киоске. На каком языке ты общался? Ну, я знал только русский и иврит. Так. Но английский вообще не знал, я выучил выучил текст, который мне дал работодатель наизусть, как таблицу умножения или как стихотворение. Да. И вот ко мне подходит клиент, спрашивает меня вопрос, я ему по памяти зачитываю просто весь текст. Я даже, может, он спросил, как в туалет пройти, я не знаю, но я ему реально зачитывал текст. И я молился просто, чтобы он мне ничего не спрашивал. Но когда он мне задавал какой-то еще другой вопрос, я реально не мог понять, что он мне спросил, и я просто перечитывал ему тот же текст. И он говорит: «Моше, это вам». И так как я работал на комиссию, ни хера не продавал. Процент. Процент с нуля был очень большой. То есть у меня было 25% реально с нуля. Иногда кто-то там покупал чисто, я не знаю, как... Жалости, да. Я вот потом через... Работал 11 часов в сутки, без выходных, на протяжении 30 дней. И потом я просто взял свой чек, разделил на количество часов, которые работал, вышло 25 центов в час. Я понял, что, блин, что-то надо менять, короче, моя система не рабочая. Вчера мы кушали, мы платили по $30 за человека, считай, ты 120 часов работал, ну, да. Это все равно, что мы за один ужин потратили. Да, 12 дней моих рабочих мы вчера проели. Причем за чаевые он бы не успел. Да, нет, за чаевые еще пару дней. Да там удаешься на чаевые, то есть 25 центов в час без чаевых. Слушай, и ты говоришь, что ты через 4 месяца решил открыть свой бизнес. Через 4 месяца, да, открыл свою компанию. Но это же опыта нету еще. Да нахер опыт. Ну что, зато есть уверенность и есть стремление. Есть как бы, ну, знал, что все получится. И компанию вообще тоже открыл как. Мне, значит, стою, я продаю в киоске. Мне звонит этот риэлтор, который нам одобрил уже контракт, так как жена пошла, там договорилась. Контракт на что? На киоск первый. На киоск. И, значит, стою, я продаю, мне, значит, звонит телефон. Я отвечаю. И мне, говорит, на английском языке, говорит: «Здравствуйте, ваш контракт одобрен. Скажите, пожалуйста, имя своей компании». А у меня какая у меня компания? Блин, у меня нет компании. Женя Инк. Я говорю... Компания, говорю, Женя. Он мне говорит, что за херня, короче, Женя, говорит, короче, пофиг, и просто повесил трубку. И только потом мне надо было реально в течение суток найти бухгалтера, чтобы он мне реально быстро открыл компанию и уже... Как, а компанию быстро открыли, да? В течение суток. В течение суток. Да. И ты пошел, зарегистрировал первое место для продажи, где продавать сувениры. Да. Это где было? На улице, на главной улице Лас-Вегаса? Это на главном, в самом крутом, наверное, месте Лас-Вегаса было. И прям в центре маленький такой киосочек, но очень такой. Но место ходовое. Место ходовое. Это как один еврей. Я одного еврея спросил, такой в Калининграде, есть Боря Шишкин. Он продает там сладости, у него желатерия, по-моему. Я говорю: «Слушай, Боря, я говорю, как ты вот так удачно у тебя вот пошло, открыл, да, и все, начал продавать это, все, что связано с этой желатерией. Я не помню ассортимент, но мороженое, кофе и так далее. Может быть, по-моему, макароны, там, спагетти, все это тоже у него есть. По-моему, это одно и то же». Он говорит: «Дима, есть три правила». Я говорю: «Ну-ка, какие правила?» Он говорит: «Три правила бизнеса. Первое – это место». Я говорю: «Ну, логично». Второе, говорит, место. Я говорю: «А третье? Место». Говорит: «Да?» Все верно. Да, Уоррен Баффет говорит то же самое. Слушай, наверное, он твоего друга учился. Блин, Баффет и Боря. Оказывается, я недооценивал Боря. Надо Боре было больше уроков брать. Ну, наверное, место, сотрудники и товар, я бы сказал, первое, второе, третье. Потому что с обалденным местом, но плохим товаром и отстойными сотрудниками тоже не будет результата. У тебя 11 магазинов, да? Сейчас 11. Ну, 11, это, условно говоря, это не магазин. Магазин, как мы привыкли писать, это такая хорошо смонтированная палатка. Ну, есть магазин, прям там, да. 30 квадратов. Есть, как хорошо, как ты говоришь, смонтированная палатка. Ну, да. Сколько? Квадратов 5-6, да? Ну, метров 15 в длину и там 5 метров в высоту. А, ну это уже метр 15, нет, это уже не так, не маленько, это не палатка. Да, ну не палатка. Да, окей.
И ты торгуешь на данный момент футболками. Это не футболки, но давай. Это как эта панель, которая загорается от музыки. Да. Кепки, видел, там, придумал маски. Панель, которая загорается от музыки. Да, на футболке. Да. Потом на кепку, правильно? Да. Придумал? Запатентовали эту технологию, все. У него оборот в среднем на 11 магазинов 12 миллионов долларов в год, правильно? 8,5. 8,5? Да. Окей, не 12 миллионов. То есть бедняжка. 8,5 миллионов долларов в год. Ну, зарабатываешь, пускай, это 30% от этой суммы. Ну, плюс-минус. А тебе же нужны были деньги на это. Ты же с чего-то начал? Ну, теща спасла, на самом деле. Да, я позвонил, говорю. Золотая теща навязала. Так и сяк, и надо деньги. Она побежала по всем банкам, так. Взяла там суды, ипотеки и выслала нам 20 тысяч долларов. А ты не боялся, что прогоришь? Не боялся, я знал, что не прогорю. Что будешь продавать, да? Ну, конечно, я был хорошим продавцом, место было классное, я был уверен в этом товаре, я не мог прогореть. Как бы это была очень крутая тема. Ну, теща бабки, так понимаю, вернулась уже давно? Многократно. Она инвестировала в меня как в биткоин в свое время. Правильная инвестиция, да? Да. Вот молодец теща, вот когда теща хорошая, то и дело идет. Это точно. А кстати, это вот как раз интересное правило. Я помог человеку, он мне поставил весь мой бизнес. Ты помог человеку, или она помогла, и она как-то... Она нам реально помогла, да, и сейчас вот... Ну, сейчас у нее все хорошо. Все хорошо. И она говорит, что зятек у меня золотой, так говорит? Так говорит, прям ты откуда знаешь? Созванивайся. Ой, класс, какое поле красивое. Да, конечно, аудитория. Видно, интересно. Детишки видно. Детишек тренируют тоже с детства, да? Посмотри. Да. Уже маленькие ходят. Так получается, где-то с 3-4 лет. Тайгер Вудс в 2 года сделал папа эту вот клюшку. Да? Типа, ну это как биту, я не знаю, как она называется. Голф-клаб. Да. Слушай, у него тоже забавная история, как он оказался в бизнесе. Ты, что у тебя было? Ты водил автомобиль, да, кого-то? У меня, да, я водил автомобиль, там у нас чувачок один был, я в отеле работал, в этом, St. Regis. И там старенький чувачок сидит такой все время, ну, вернее, не сидит, наоборот, ходит, все время хромает. Я говорю, что ты хромаешь? Второй день уже сидит такой. А он говорит, ну, у меня колено болит. Я пришел, принес ему стул. Он меня попросил какую-то тему помочь, потом еще одну помочь. Потом оказалось, это глава консулата Катара, так. Который работает конкретно на короля. Так. Он говорит, а можно я тебя найму, типа, чтобы ты мне помогал там с тем? Я говорю, ну, наверное, да. Потом, я считаю, сколько, 5 дней отработал. Он говорит, окей, смотри, мы тебя хотим менеджить, нанять именно вот саму транспортацию и помощь. Мы тебе оплатим полностью твою годовую зарплату вперед. Сколько? Там получилось все вместе 65 тысяч долларов. Просто отгрузили, сказали, вот, теперь ты работаешь на нас, когда мы сюда приезжаем. Все. Ага. И так раз там, в 3-4 месяца они приезжали. И кроме зарплаты еще получается, там они приезжают, нам нужна 21 машина на 24 часа в сутки, по 2 смены шоферов, плюс нам нужна охрана, плюс нам нужно там мебель отвезти, то все, 5-10. И вот так вот уже мы 9 лет с ними работаем. И у тебя с этого момента начался консьерж-сервис. И консьерж-сервис, и лимузин-компания, и вот это вот. Посмотри, какая красота, Сергей. Что же там происходит за этими колоннами? Фантастический двор, это можно только мечтать. Женя заказывает себе вегетарианскую еду, а я себе изменять не буду. Я хочу заказать осьминога. Ты почему не ешь осьминога, скажи? Ну, я посмотрел передачу, что, оказывается, осьминог, это он умнее собаки, там все запоминает, он интеллигентный, короче. Вот. Ну, как-то так. И поэтому ты не хочешь кушать? Поэтому не хочу. Обратите внимание, если вдруг вы захотите скушать осьминога, да, там кусочек, может быть, суши с осьминогом, подумайте о том, что он умнее собаки и думает намного вперед собаки. А иногда люди похуже собаки, значит, он думает лучше людей. И на этом ты заказываешь осьминога. Октопус, плиз. Октопус? Я, осьминог. I'm gonna have the steak. I had chicken parmesan last time, so I'll have the steak this time. Steak, how would you like it? Medium rare, please. Medium rare. Yeah, yeah. Это, да, пожалуйста. Честно, да, вот не как обычно. Спасибо. Не как обычно, а вот честно. Ну, как ты можешь?
Скажи, пожалуйста, вот у тебя появился сервис-автомобиль, ты начал сдавать в аренду. Да. Ты познакомился с этим человеком, да? Он тебе просто подкинул, так сказать, заказы. Ты сколько денег или как это было? Не заказы, а контракт. Ты сколько денег положил вот в эту историю, чтобы она запустилась? Чтобы самое первое вот? Ну да, взять первый автомобиль в аренду. Первый автомобиль, не в аренду, а купить. Первый автомобиль я положил down payment $5000. $5000. Начал зарабатывать. Ну. Да, сразу же, с первого дня. С первого дня, за сколько ты начал сдавать его? За сколько в месяц эта машина принесла? Вот ты вложил down payment. Ну, на сколько стоило? 97 тысяч. 97 тысяч, $100 000. Ты вложил, получается, 5% да, от суммы всего? Да, да, да. Так. И сколько ты заработал в первый месяц? Первый месяц где-то около 7 тысяч. А сколько надо было платить в месяц за автомобиль? 1240. Хорошие деньги оставались, да? Оставались хорошие деньги, и я перевложил, взял еще одну машину. В данный момент у меня получается больше $1 000 000, ну, только машин. Машинок. Это сколько у тебя? Десяток автомобилей, условно говоря, больше? 12. 12 автомобилей. Да. Автобусы вот эти классные, где мы с Свидалем ездили. Да, спринтеры. Да, вот, знаешь, эти спринтеры, где мы там AMC рекламировали и так далее? Мы там уже интервью снимали. Интервью снимали, да. AMC Coin. И за сколько это времени, получается, получилось, ты выстроил? Все вместе, чтобы дойти до оптимального оборота, это получилось где-то года 3, но все вместе, конкретно с этой семьей, я работаю 8 лет уже. Ты начинаешь сначала, вот, например, как Женя, ну, вот он начал, вот это у него вот магазин, да? Но ты можешь скейлать, ты можешь, чтобы оно росло. Да. Либо ты можешь определенное количество времени отрабатывать все на нем, да, а потом скейлать. И, то есть, есть такая очень знаменитая вещь в Кремниевой долине, вообще с стартапами связана, называется хоккейная клюшка. Да. То есть у тебя получается вот так, вот оно растет. А потом хлоп, переломный момент, и оно взлетает. Угу. И почти это все происходит почти со всеми стартапами. Это называется конкретно hockey stick эффект. Я так понимаю, если ты хотел бы увеличиться, ты бы увеличился, тебе хватает, да? Да, получается, что есть определенное количество, которое самое комфортное, а потом ты просто не спишь 24 часа в сутки. Угу. Потому что ты нанимаешь контролеров, которые потом ты должен их контролировать, они контролируют других. Ну, ты знаешь. Тебе потребовалось всего лишь 5 тысяч, чтобы начать свою работу, постоянно заиметь бизнес. Да. Слушай, а вот ты рассказывал, что приезжает, у тебя уже много семей, много людей знают тебя. Там ты со звездами общался, селебрити, там, и баскетболисты известные. Джефф Безос там тоже. Был. Да. Ну, всем ты им предоставляешь сервис. Да. Это круто. Безоса уже нет, он из компании Fortis называется сейчас. Хорошо. Вот у тебя приезжает семья, не так давно я тебе звонил, Серега, что делаешь? Да, тут занят семьей, там, да, делаю, да, сервис. Сколько они тебе за неделю оставили? Те за неделю оставили... Все вместе они оставили около 750, мне перешло около 47. $47 000 они тебе за неделю просто заплатили то, что ты им служишь сервис. Да. Я считаю, что за неделю заработать там $12 000-$13 000. Это очень приятно. Это неплохая зарплата. И ты не забывай, что это одна семья, но у меня работает 12 машин. Да. Эта семья взяла 3. Поэтому, ну... Я не то, что хвастаюсь, не хвастаюсь, но есть определенные расходы, есть определенные приходы. Слушай, ты приехал, так сказать, не имея ничего, просто заимел знакомство, заимел отношения, потом на фоне этих знакомств построил небольшую свою, небольшой свой стартап. Базу поставил и потом, да, пошел. А потом доросло до того, до чего тебе хочется, да, больше не хочется, тебе хватает. Да, в том-то и дело. Да. Жить этим не, да, надо. Скажи, вот ты торговал, да? Да, торговал. Это звучит очень жестко. Нормально. Как есть, так звучит. Это работает. На третьем годе, четвертом годе ты заработал $1 000 000. В обороте, да, не в прибыли. Тот товар, который был на рынке, он был, ну, ужасный, грубо говоря. Там был вот такой огромный инвертор и был кабель. То есть человек ходил как будто как с капельницей, грубо говоря. Я подумал, блин, ну так дела не делаются. Дал задачу инженерам в Китае. Говорю, вот вам инвертор, короче, сделайте мне его в 5 раз меньше. Они говорят, ну так нельзя. Я говорю, пошли нахрен. Пошел к другим инженерам. Говорю, сделайте мне его в 5 раз меньше. Сделайте, сделаем. Сделали. Ну, то есть, и убрал этот кабель, присоединил его к задней части панели, убрал саму футболку, то есть, сэкономил кучу денег на себестоимости и попал вот в эту струю. И в итоге купил компанию, ту, которая, в принципе, завезла этот товар в Лас-Вегас изначально. Слушай, а скажи, пожалуйста, в Америке часто сталкиваешься с тем, что
приходят, ну, обманывают здесь бизнесмены друг друга или не обманывают? Всяко бывает. Всяко бывает. Это если ты себе позволяешь обманывать, тебя обязательно обманут. Если ты как, очень все, как бы, как говорится, доверяй, но проверяй. Да. Если ты все делаешь по правилам, контрактам и все мониторишь, ну, тогда не обманут. То есть здесь нет как такового рэкета или там еще какого-то, каких-то таких... Да, ну да, таких... получается, тебя могут обмануть в контракте. Если ты не прочитал контракт, они могут сказать, а, надо было прочитать. Это важно. Вот и все, да. Здесь читать бумажки, это важно. Ну, доверяй, но проверяй, это реально суть всего бизнеса. Одно из самых важных вещей в этом, конечно, иметь хорошего адвоката, который за тебя все это прочитает. Да, да, да. Так да, же да. Вот, как бухгалтер. И, кстати, они самое... вместе работают очень да. часто. Да. Слушай, скажи, пожалуйста, сколько у тебя времени ушло до изучения английского языка, что же ты мог оборот речи в бизнесе использовать? Ну, месяца 4. За 4 месяца? Что-то быстро. Ну, я по 18 часов в сутки работал, и я общался с людьми во все это время. То есть у меня было, это как такой... Ты знаешь, вот курс. То, что ты говоришь, не, я говорю всем, мне говорят все богатые, как мне научиться побыстрее, мне надо тутер-тутер. Я говорю, чувак, иди работай в Starbucks. Да, или в Starbucks, в Макдональдс. Во-первых, количество акцентов, во-вторых, у тебя нет времени думать, тебе надо говорить, говорить, говорить. Ты набьешь свой язык так, что через 4-5 месяцев... Да, он говорит, с деньгами будет работать тебе в Старбаксе. Кофе он с молоком, окей, он в рапучино. Окей, не вопрос, он потратит десятки тысяч долларов на тутора в скайпе и ни хрена не научится. Тебе нужен результат? Нет, и как ты выглядишь на картинке? Ты себя представляешь, слышишь, давай-ка подтяни испанские, дело есть. На 5 месяцев в Макдональдс пойдешь? Ну, если мне заплатят, пойду. Да кто тебе заплатит? Слушай, я взял человека, когда я учил персонал, который работал в Старбаксе, чтобы просто украсть у них всю систему, как они тренируют людей, потому что у них тренировка сумасшедшая. Вот, и все. И второго человека я притаскивал к себе из Fridays. TGI Fridays. У них просто дрессировка этих персоналов. У них какое-то определенное обучение, да? Да, абсолютно. Прямо книга вот такая вот у них. Там надо изучить все там. Я в Sharp Image работал, когда я еще молодой был. То же самое. Там 4 или 5 дней просто видео, тесты, как говорить с клиентом, как подойти к клиенту, чтобы не... Как общаться с клиентом, чтобы не задать ему вопрос. Потому что сразу же, как только тебе говорят, can I help you, что ты говоришь? Да пошел ты. А тут как сделать так, чтобы ты не задавал ему вопрос, а как-то... встревал с ним в разговор параллельно и начинал говорить о той вещи, которую он... Тебе позвонил человек, да, которому ты положил трубку. А ты за сколько взял в аренду помещение и на как долго? Ты про что говоришь? Когда первый магазин открывал. 8 тысяч долларов в месяц. 8 тысяч долларов в месяц в магазин. А ты уже на тот момент работал по продавцу 4 месяца, и ты уже понимал, сколько можно заработать, да, на футболку. Я понимал, что я 1000 долларов в день смогу как минимум продать. На 1000 долларов в день? Да, то есть у меня оборот уже будет 30-ка. Да. Из этого тогда у меня было около 30% себестоимость товара, что это очень много. 30% это... То есть десятку ходило на товар. Десятку на товар, 20 оставалось, да? Да, 20 оставалось, 8 аренда, плюс там работнику надо, там, ну, потому что ты не можешь все время сам работать. Ну вот в конце оставалось там 7, что-то такое, 7-8 тысяч. Ну, что уже было оправдано. Что уже было в 3 раза больше, чем я зарабатывал до этого. Да, и на второй магазин ты когда решил? Через месяц. А, то есть на следующий месяц ты уже нашел себе второй? Я нашел, помещение. Я начал искать, где я могу еще, ну, да, повторить, и через месяц нашел. Да. Тоже помещение было удачно? Было удачно, было все классно, пока не случилось, что началось строительство. Мне закрыли вот этот первый магазин, и ровно через 2 недели мне закрывают второй магазин. То есть строительство чего? Строительство внутри казино. Они решили, что им больше не нужны там киоски на улице, и они всех просто дали им там 2 недели, короче, свалить. А как вы потерял потрясение, да? Конечно, я потерял 80% своего дохода за 2 дня. Ну вот, закрывает мне первый этот магазин, 80% моего дохода. Но я думаю, ну ладно, мне чуть-чуть осталось. И тут я получаю письмо, что мне забирают второй магазин. А там кто-то взятку дал под столом, походу, и меня выкинули со второго, чтобы забрать мое место под другой товар. И все, я думаю, блин, все, банкрот, нет бизнеса. Начал думать, что делать. И решил продавать свой товар оптом через конференцию.
пошел на конференцию, выставил свой товар и начал в 3 раза больше зарабатывать, чем из этих 2 магазинов. То есть они мне реально помогли. Как ты додумался пойти на конференцию? Ты кушать хочешь, не хочешь? Додумаешься? А как ты конференцию нашел? Ну, начал искать альтернативные варианты, что мне делать. И звонит друг и говорит: смотри, я на конференцию еду, там смотреть новый товар. Я говорю: в смысле, а что такое конференция? Что такое бывает? Он говорит: да. Я думаю, ну блин, если он едет смотреть товар, может, я свой товар туда поставлю? Так, а что ты с тобой взял? Ну, свой товар, то, что у меня было в магазине. Ну, ты как коробку взял футболок? Да, взял то же самое, как будто я открываю новый магазин, открыл, сделал там дисплей внутри этой конференции, стейдж. И напродавал там на 8 тысяч долларов первый день. Да. А конференция где была? В Лас-Вегасе? DC. Нет, ASD шоу. Окей. Потом вторую я нашел, это Magic Show. Вот ASD шоу, что это такое? ASD шоу – это конференции, где ритейлеры, ну, люди, эти оптовики, выставляют свой товар, да, и показывают этот товар. Приходят другие люди с других штатов, потребители, они закупают оптом и продают уже непосредственно в своих. Слушай, ты сделал встречу, тебе подошли, сказали: хотим закупить опт. Да, и потом стали мои постоянные клиенты, они докупали у меня, и таким образом я начал в 3 раза больше зарабатывать, чем с этих 2 магазинов. Да. Через какое-то время я опять открыл там первый, второй, третий. То есть это реально скачок был, как у биткоина. Да. То есть я пошел вверх, потом ушел почти в ноль. И потом опять чик-чик-чик, потом скаканул и полетел вверх. To the moon, как говорится, на Луну, да? Да. Слушай, ну вот не бывает благих историй, да? Не бывает. Я ни одной не слышал. Кстати, надо не сдаваться. У меня в бизнесе, я не знаю, может быть, скорее всего, и в жизни, если посмотреть сейчас назад, то почти все самые страшные истории в итоге, приводили через годы, ты смотришь назад и думаешь: блин, это же самое лучшее, что могло случиться в этот момент. Там, например, меня где-то уволили. Вот конкретно у меня была ситуация, меня уволили. У меня нету ни копейки денег. Я жил, наверное, 4 месяца через кредитные карты. Потом я продумал несколько ходов, залез в этот отель, потом нашел этого чувака, или он меня, или как. Вот. То есть разные ситуации. Вот у тебя выкинули, у тебя шок, ты не знаешь что, но если тебя не выкинули, ты, может быть, никогда в жизни никогда не был. 100%. Я бы даже не думал в это направление, потому что мне, ну, какие конференции, я даже, ну, не смотрел туда. А сейчас, допустим, если ты знаешь, что проходит какая-то конференция по реализации продуктов, ты бы туда мне поехал? Мне уже не надо. Я просто пошел уже в другие направления. Но ты бы кого-то направил бы, да, начинающих туда? Начинающих бы направил. Если у вас есть прикольный товар, который реально пользуется спросом, вы можете закупить просто как экземпляры там с того же Китая, поставить свой логотип, свою торговую марку, идти на эти конференции, можете очень хорошо зарабатывать. Да, 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 white labeling называется. И, кстати, вот это можно делать в Wildberries. И в Wildberries, и в Озон. Да. Вы как раз ищете этот продукт, просите, пожалуйста, поставьте Вася Пупкин на него, вам его штампуют и отсылают с вашим уже логотипом. Ты торговал на 3-й год на $1 миллион. Все верно. Футболками. Прекрасно. Да. Что ты в этот момент подумал? Буду дальше расти или мне хватит? Да нет, мне не хватало. Не хватало? Нет, так, конечно. Что дальше? И сейчас не хватает. Сейчас не хватает. Не, у меня цель была, на самом деле, ну, во-первых, естественно, больше заработать, но основная цель – это было делегировать настолько все полномочия, чтобы мне не надо было присутствовать в этом бизнесе. То есть, чтобы я мог вот взять, уехать в любую часть света, и бизнес сам по себе существовал. Это была моя основная цель, а не, то есть, вырасти там до каких-то размеров. Я понимал, что у меня всего лишь 24 часа в сутки, и что я не хочу сам работать, быть внутри своей компании, как бы... Контролером. Кем? Контролером. Да. И вот это была моя цель. Ты создал менеджмент, да? Да. Группу людей, которые могли обеспечивать бизнес. Да. В свое отсутствие. Да. Класс. У тебя уже там 12 магазинов или 11? Один. Что дальше? Дальше начал реинвестировать в разные проекты. Построили вот баню в пустыне с пирамидой из стекла на 10 акрах. Я был в этой бане. Кайфовая баня. Мы туда еще надо приедем. Да, обязательно. Вот смотри, территорию, которую мы купили до конца.
вот до конца красных флажков. Угу. И здесь мы сделаем гостиницу. Такие домики будут круглые, стеклянные. Отсюда и до самого конца. Здесь делаем бассейн, здесь делаем красивый дек для отдыха. И будут машинки еще по пустыне гонять, потому что там в конце есть озеро высохшее. Mm-hmm. И там очень классно гонять на таких, на ATV, на машинках таких по пустыне. Mm-hmm. Так что готовьтесь. Мы, получается, вот были в этой бане, там сейчас только баня. И благоустроена небольшая территория, чтобы провести время приятно. Но уже я там вижу на видео, что появляются отельчики, да? Уже да. Номера появляются. Да. Сколько номеров будет? Ну, планируется 54 номера. Сейчас пока есть 4. И вот сейчас развиваем инфраструктуру. То есть свой колодец вырыли, своя вода, свое электричество. У тебя много работы бизнеса. Патентует, производит. Что там производил? Лаборатория была. Лаборатория по производству чего-то. В общем, у него траковая компания, лаборатория. Траковая компания тоже загнулась. Но это не надо говорить. Так это самое интересное. Люди. Давай. Ну, ты вот это. По ресерчу сделали. Всем пофиг на мой успех или на чей-то успех. Все хотят знать, где ты загнулся. Еще один миллиардерщик. Да. А тут ха-ха-ха. Он тоже загнулся. Я загнулся, и ты загнулся. Слушай, вот ты полез. Все хотят себя чувствовать на этом месте. Да. Ты полез в траковую компанию. И что? Как это получилось? Да, интересно. Да. Прошлые события. Почти все, кого я знаю, у них они наоборот идут выше. Полез в траковую компанию. Все было вроде бы как бы хорошо. Угу. Но тут начались эти гребаные аварии. У нас там своровали машину, прям с трака сняли. Я помню, Мерседес. То есть человек проехал там 4 дня, приехал к дилерской. Пошел отдавать ключи, приходит, нет машины на траке. И он не знает, когда она пропала? Ну, знает, в течение там 20 минут просто кто-то приехал, снял эту машину и уехал. Вау. И потом был гололед, и там что-то трак перевернулся, и то есть и страховка начала я расти. Я просто даже не слышал никогда таких. Сотрудники стали увольняться, то есть началась вот эта пандемия, никто не захотел работать, и компания загнулась, то есть уже было нерентабельно туда дальше инвестировать. У меня была определенная цель, что вот я инвестирую столько, если компания не дает каких-то результатов, то я такой, ну ладно. Значит, беру на себя эти убытки, двигаюсь дальше, инвестирую свою энергию, свои деньги в какие-то другие более успешные проекты. Часто приходится вот спотыкаться, что-то не пошло. Спотыкаться приходится всегда. И я, в принципе, начинаю свой бизнес, зная, что я буду спотыкаться, потому что это глупо думать, что пойдет все вот так вот идеально. Не бывает просто. Самое важное в бизнесе – это не то, чтобы не спотыкаться, а то, чтобы быстро исправлять эти ошибки. То есть, да, ты совершил что-то, произошло, нужно быстро там подтянуть гайки, сделать учет, почему это случилось, и перекрыть, сделать так, чтобы это больше не происходило. А есть что-то, на что, допустим, ты запустил, но не рассчитывал на это, думал, ладно, там, пусть жена занимается, или пусть будет, просят, и оно раз и стрельнуло. Ну, есть такая тема, да, в принципе, компьютерная игра, которую я подписал, там, договор, не могу сильно рассказывать про это, но оценивается уже, наверное, в несколько сотен миллионов долларов эта компания. Угу. А ты ее просто для прикола, что ли, начал? Ну, не для прикола, я вообще не знал, выстрелить, не выстрелить, это было как 50 на 50. Угу. И вроде как бы она загибалась, а там бам, подошли очень серьезные ребята, начали все это развивать, и вот в марте должна выйти игра. Прикольно. Можно будет ее скачать на телефоне там. Название еще не скажешь? Не скажу, в марте скажу. Хорошо. Окей. Как раз вот будем у тебя в бане там записывать вторую серию. Продолжение. Да, там бюджет должен быть. Это интересно. Очень высокий. Что скажешь про мир криптовалюты? Да блин. Вот я знаю, что ты тоже инвестируешь. Я инвестирую с 2013 года, но у меня даже один момент был. Просто вот я тебе объясню одной сделкой мир криптовалюты. Я вложил $1000 в 10 криптовалют. По $100 каждый коин. И
так как мы американцы, ну, так как мы в Америке, Binance, это вот, они взяли и перекрыли американцам вход. Я про VPN вообще не знал, просто вот потерял доступ, так сказать, к своему этому кошельку. Конкретно для вот этой темы я сделал эксперимент. Через пару лет проходит время, мне рассказывают, как через VPN делать, а вот, вот криптовалюта. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. А вот подошел наш долгожданный осьминог, и вот про которую картошку я говорил, обратите внимание. Мне в прошлый раз тетушка сказала, которую мы с Рамазаном вместе сидели, вот предыдущий выпуск, можно посмотреть, она говорит, картошка с гор Перу, голубая картошка. Охренеть, думаю, такую картошку не ел, на вкус настоящая картошка, ну только синяя. А мужик сейчас сказал, да она местная, и баба местная, и картошка местная. Может, баба с Перу. Баба, может, и с Перу, но картошка местная. Я абсолютно не согласен, что в России нельзя заработать. Я как бы купил компанию, 50% компании, вот как раз Валберс и Озона. И мы за первый месяц, сколько, больше трех... Ты купил 50% просто компании, не Валберес и Озон. Не, ну понятно, не Валберес, а компания, которая продает на Валберес. Так и говори, да. Вот эта компания уже существовала 2 года, у них был оборот 500 тысяч рублей в месяц. В первый месяц, что я зашел как партнер, наш оборот стал 3 миллиона рублей. Почему? Каким образом? Ну, попали хорошо в сезон, значит, закупили курток на там 900 тысяч, продали на 3 миллиона. То есть это, ну, сезонный товар, но тема в том, что реально не надо денег для того, чтобы начать в Озоне и Валберсе. Съездите, блин, на рынок, вот возьмите $1000, закупите товар на рынке, который реально ходовой, сделайте красивые фотографии, поставьте его на Озон и на Валберс, и вы с этой 1000 заработаете 3000. Потом с этих 3 там 8 тысяч, грубо говоря. И так потихоньку, помаленьку можно дойти до хороших оборотов, до хороших результатов даже в России. Это интересно, что просто ты купил товар, да, который промониторил, на сегодняшний день он востребован, ну холодно, да, куртки. Конечно. Почему нет? Заказали в опт, продали в розницу. Притом купил его не в Китае, а просто поехали на рынок, вот реально, взяли машину, поехали на рынок, загрузили нам в машину коробки этих курток. И в течение 2-3 недель все было распродано. А как? Потом дальше вы куда доставили все? Есть специальные компании, которые берут, ну, очень маленький процент. Они для тебя возьмут эту куртку, погладят ее, запечатают, поставят наклейку, отвезут в Алгу. Конкретная логистика. Вот. Конкретная, полная логистика. Даже не надо машину. Очень крутая компания называется. Да не помню, я посмотрю. Ну ладно. У меня ребята этим занимаются. Если бы я все знал, я бы ночами не спал. Хорошо. Как ты говоришь, что у тебя стратегия какая, что платить больше? Делегировать. Платить больше и делегировать, да. То есть я всегда люблю переплачивать людям. То есть, как один известный миллиардер сказал, не могу вспомнить его имя, вот его спросили, говорит, вы много платите людям, потому что вы много зарабатываете? А он ответил, нет, я много зарабатываю, потому что много плачу людям. Кстати, да. Да, так как в таком случае человек много зарабатывает, он заинтересован продвигать эту работу дальше и больше отдается ей. Качество работника тоже от этого зависит. Вот ты начал с куртки, с курток, да? Да. Что следующее? Следующее, сейчас развиваю свой бренд одежды. Вместе с Викторией Бонни, мы с ней 50 на 50. Угу. Будем сейчас разрабатывать там новый тип кепок, там худис, футболки, джинсы, кроссовки и создаем свой бренд. Вот это следующее. Второе, что ты там сейчас затеял? Строительная компания. Это очень интересный проект. Мы строим дома в Подмосковье. И, ну, компания находится в хорошем развитии. Я попал прям... Стоп, а ты ее начал или зашел? Я ее начал. Ага, окей. Да, я начал с нуля. Я инвестировал в само начало, в развитие. И попал в очень хороший момент, так как недвижимость очень сильно растет в Москве. И за счет этого, то есть попал в поток. Эта компания, она сейчас развивается. Я планирую в 2022 году построить как минимум, ну, 60-70 загородных домов. Кстати, менеджмент в работе насколько важен? Очень. Ну как это, насколько? Настолько, насколько ты сможешь заработать. Это отличает от банкрота и да. Поэтому
открывая бизнес, это не надо думать, что тебе только потребуется там открыть офис, зарегистрировать компанию. Это нужно еще набрать очень сильный менеджмент, который будет... Ну да, ты же не можешь все делать сам. Вот как раз ты спрашивал, почему... один из вас спрашивал, почему я не расту дальше или не рос определенное количество времени. Потому что я понимаю, что я должен освоить это, нанять туда людей, поставить их. Потому что по-другому, окей, да, я мог купить 10 машин сразу, а потом оно просто развалилось бы. Потому что там не успел, тут пропаломалось, тут это... Менеджмент и люди – это, я бы сказал, 50% успеха бизнеса. Слушай, а вот можешь рассказать, вот, очень интересно, все-таки разные судьбы людей бывают. У тебя сейчас один есть клиент, да, который, он твой друг, там, постоянный клиент, ты с многими клиентами все время стал уже дружить, охранники тебя знают, уже да. Заходишь к ним домой, там остаешься ночевать, они тебя в гости приглашают, прочее. Вот один молодой парень, там 30 лет ему, да, всего лишь, и у него такая судьба, там, за 9 лет пребывания в Америке, он выстрелил, он приехал в долгах, а сейчас он... Одалживает людям. Скажи, пожалуйста, просто вот интересно. Да, нет, есть клиент, он не совсем приехал в Америку, он вырос здесь, уехал в Израиль в институт, там начал заниматься бизнесом, который не пошел, и он задолжал денег, он вернулся обратно сюда. Вообще он вернулся просить деньги у отца, у которых денег не было. И мой отец сказал, сори. И он подумал, какой бизнес конкретно самый быстрый, где он может заработать минимум 60 тысяч долларов. Который он был отдать. Который ему вот нужно было отдать. И он понял, что самый быстрый подход – это купить и продать недвижимость. И он узнал о теме, когда называется это флип, но не совсем, это как почти арбитраж. То есть ты находишь недвижимость, которую ты не покупаешь, ты ее заводишь в контракт, и одновременно ты также ищешь человека, который ищет эту недвижимость. И ты просто посередине выступаешь, и ты продаешь ему контракт. Посредником. Да, то есть ты фактически не купил ничего, не вложил ни копейки, но ты посередине заработал там от 5 до 10% иногда. И он за эти 3 месяца заработал больше 70 тысяч, понял, что он нашел тему, в которой и ему понравилось, и он может много заработать. Поехал обратно в Израиль, отдал деньги. И сейчас у него полмиллиарда. 500 миллионов? 500 миллионов долларов, да. И это причем не в активах. Это его настоящие деньги. В активах у него десятки миллиардов. Вот его десятки миллиардов за 9 лет? Да. И он занимается... А потому что он занимается тем, что покупает здания и продает? Он покупает здания и продает. Либо он покупает целые городские комплексы, там по 300, по 400, по 500 квартир. Полностью их переделывает, поднимает аренду и ставит это под менеджмент компанию свою, которая уже получает аренду и вот амортизирует. У него, я вот к нему летал в Бруклин, у него 12-этажное здание менеджеров. Просто 12 этажей менеджеров. 12 этажей менеджеров, которые у него в 9 штатах, вот эти вот комплексы. И он вот из этого одного дома менеджит все смотрит. Кстати, и Майами тоже был построен на заначальные деньги. Это же, как сказать, если даже в Википедии посмотреть, город, который построил был кокаином. В 80-е годы весь кокаин всей Америки проходил через Майами. Так. И в какой-то момент FBI начали это все прикрывать. Так. И они сказали драгдилерам, ребята, у вас есть энное количество времени эти деньги перевести в legit, ну то есть чистый бизнес. Угу. Либо мы просто с вами войну начинаем. Потому что они реально уничтожили полностью туристическое вот, все вот это вот Майами. Куда ты не пойдешь, везде тебя могут пристрелить. И реально просто люди отгружали по 80, по 90 миллионов долларов контейнерами просто вот этим девелоперам, чтобы они строили небоскребы. Ну, заезжали КамАЗы. Прям, ну реально, там я просто с старыми девелоперами говорил, им реально привозили там 40-футовый контейнер кэша. И говорят, вот стройте гостиницу. Тут уже никак в России выше бюджета не прыгнешь. Потом будешь в фундаменте, если бюджет не соблюдать будешь. Ну здесь жесткие бандосы, да, тоже? Здесь одни из самых... Они могли просто тебя грохнуть просто потому что. Обалденная история. Ты бы что посоветовал людям? Ну, просто четко ставить цели и не бояться того, что не знаешь. Потому что вначале никто ничего не знает. Просто нужно реально прописывать свой план и набивать шишки, идти по определенному пути. То есть по-другому, ну никак. Ты не можешь все выучить. Вот, допустим, кстати, вот к твоему... если хочешь иметь бизнес, вот, допустим, приехал в Америку, купить машину, сдавать в аренду, да? Ты должен понять, вот
конкретно я хотел сказать к тому, что чем заниматься, Женя сказал. Во-первых, что ты хочешь делать, во-вторых, что ты понимаешь, как делать, в-третьих, вот как раз вот эта вот цель, это не цель «хочу быть богатым», это цель «хочу столько-то денег тогда-то», и ты от конца начинаешь писать обратно план, чтобы здесь быть, я должен сделать это, чтобы здесь быть, я должен сделать это, чтобы здесь это. Вот как раз четкий план. Чем столкнутся люди? С незнанием языка? Даже если ты... С незнанием языка 100%. Даже если ты знал в России язык, это да. Не значит, что ты будешь здесь разговаривать. Кстати, очень много людей, которые приезжают из России, думая, что они знают, да. И начинают так говорить, что ты говоришь, пожалуйста, перестань. Я знаю учителей, которые учили там в России английскому языку, сюда приезжали и сталкивались с барьером языковым. Да. То есть, язык реально важнее грин-карты, я это всем говорю. Столкнитесь с языковым барьером. Здесь, документы. Здесь надо иметь. Для того, чтобы снять жилье, нужно иметь документов российских будет недостаточно. Надо иметь как минимум права, тип визы. Ну, туристам, скорее всего, не дадут визу, жилье на долгосрочное. Очень-очень-очень советую найти хорошего бухгалтера. Mm-hmm. Потому что налоги вас за убийство не так будут судить, как за налоги. Это тупо, но это реально так. Я знаю одну историю, точно знаю одну историю, в которой мужик выиграл грин-карту. У него его ребенок занимался у меня вольной борьбой, когда я тренировал в Нью-Йорке. Окей. И он работал автослесарем в Кемерово, как сейчас помню. После этого он приехал по грин-карте, по выигранной грин-карте, приехал в Нью-Йорк. Устроился работать по профессии, также автослесарем, но на первый год пребывания в Бруклине, да, он уже открыл свой автосервис. А на четвертый год я ему помогал переезжать в дом, ну, миллиона за $1.5 миллиона. Вот, и у него уже было 4 автосервиса. Ну, грубо говоря, та же работа, та же профессия, то же самое, руки те же и голова. Но просто Америка открывает, ну, возможности, в России бы он вряд ли открыл бы 4 автосервиса, будучи просто автомехаником. Америка – это вообще страна возможностей. Она возможность, потому что, конечно. Вот как раз то, что мы говорили про сделал цели план. Если у тебя есть этот план, ты с ним конкретно можешь прийти в банк и показать. Угу. Если этот план имеет место быть, тебе банк отгрузит деньги. Угу. Потому что он видит, что да, ты понимаешь, о чем ты говоришь. Да, он понимает, что дав тебе деньги, они их получат и будет возврат. А еще... Тут же есть такое, да, налоговые каникулы. Допустим, если видят, что бизнес не запускается или не идет. Ну да, если то, показываешь потери. Да, то душить не будут. Да, конечно, нет. Так более того, все вот рассказывают, вот Джефф Безос и Амазон не платят налоги. Ни хрена. Они шли в убытки 4 года подряд. И потом уже задним числом они из тех налогов, которые, ну типа те убытки, которые вот были, они компенсировали себе обратно налоги, и поэтому они их не платили. Mm-hmm. То есть, ну, да, там есть своя тема, но они реально шли в убытки сумасшедшие. В общем, вывод такой, что нужно иметь своего аккаунтера, бухгалтера. Аккаунтинг очень важно, если вы не хотите, чтобы вам попали. Более того, вы можете списывать кучу всего. Mm-hmm. И легально. Легально, и гораздо больше денег вам и остается. Mm-hmm. Поэтому даже если вы просто грузчик, вы можете сделать это, не просто ты идешь как Вася грузчик, ты можешь сделать себе LLC-компанию, которую мы с тобой делали, сидя за пивом за 10 минут, ты сделал компанию, на нее получаешь деньги, и ты можешь уже и машину на нее взять, и может квартиру списать, и телефон свой списать. Ты можешь кучу всего делать. И не платить за это налоги. Да, и не платить с этого. И если у тебя есть нормальный аккаунт, он все тебе это сделает. Причем за пару сотен баксов. Великолепно. Когда у тебя появляется кредитная история, она у всех появляется, правильно? Да. Ты получаешь свой social security, становишься легальным резидентом и можешь уже просить кредит, только единственное, какой процент тебе дадут его. Под большой или малый? Ну, да. Да, но, допустим, у Сергея была кредитная история хорошая, и он свой бизнес начал с $5000. $5000 – это не такая уж непосильная сумма. Ну, не, это абсолютно… Даже можно здесь, грубо говоря, я знаю, что официанты, да, в хорошем заведении и $10000 в месяц зарабатывают. Хорошего заведения. Я не говорю про каждое заведение. Нет. Я хотел сказать, что я знаю некоторых девушек, которые эти деньги в день зарабатывают. И причем не подумайте, не делая ничего нелегального. Просто красивые девушки, которые вот именно работают официантками именно в больших клубах, когда вот они с бутылками приносят, им кидают по 1000, по 2 чаевых спокойно, абсолютно. Вот такие парни евреи, которые продают дома. Кстати, вполне возможно, да. И таких здесь много, индейцев. Так мой этот, он пошел в клуб здесь,
Он отдал 40 или 50 тысяч долларов за стол, сказал, здесь слишком громко. Он сел, блин, ему стол поставили на сцену за Дженнифер Лопес. Он сказал, тут слишком громко, и они уехали в другой клуб. Может, я официанта пойду эти штуки разносить, чем там магазины скручу. Нет, просто, но с другой стороны, у меня, например, совесть не позволит вот так вот бегать перед всеми, там, знаешь, в трусах. И каждый человек на свое что-то, не знаю, предназначен для и может пересилить какие-то вещи. Да, но мне интересно, что для россиян, допустим, сейчас не у всех есть визы, не у всех есть возможность выезжать. Обратите внимание тогда на вот этот... на вот эту площадку Озоны в Олберис, правильно? Да. И подумайте о том, что можно там разместить. И разместить, так сказать, прорекламировать. Там рекламировать даже не надо, они сами. Не надо, они все делают за тебя. В этом и прикол. 10 лет назад в Амазоне, если ты что-то ставишь, какой-нибудь там тот же чехол от телефона, ты будешь зарабатывать хорошие деньги сейчас. Ты будешь там на 46-й странице в этом Амазоне и ничего не заработаешь. Заработает только Амазон с тебя. Да. То, что тебе надо будет платить за рекламу там. Это Amazon реально 10 лет назад. Бери, чуть-чуть инвестируй, красивые фотографии выставляй, грамотно выставляй свою страницу и продавай. Вот тебе, вот сразу, там, через там, несколько дней получай свою прибыль, реинвестируй, продавай. То есть ребята, я знаю там кучу людей, они реально поднялись с нуля, там 500 тысяч долларов первая инвестиция, у них сейчас там по 15-20 миллионов рублей оборот там, в месяц. И это реальная история, это люди, которым там по 20-25 лет. Это, ну... И, кстати, они могут набить свою руку на этом и выходить на американский Амазон прямо оттуда. Прямо оттуда. Ну, тем не менее, господа, спасибо большое. Жень, при удачном раскладе мы встретимся в Лас-Вегасе и поедем уже на баньку. В эту баньку, в нашу, да, с пирамидкой, я говорю, в нашу. Пирамидка. Пирамидка, банька. Банька, пирамидка. Посмотрим, проведешь по своему магазину? Мне конечно. Просто интересно, где ты там, так сказать, как-то оттолкнулся от этой идеи. Я хочу посмотреть на эти футболки воочию, потрогать. Не, я их просто видел, когда был в Лас-Вегасе, я просто представил, что это он. Да? Ну, они действительно так вот сидятся в разные стороны? Ну, конечно, конечно. Это там же вроде программировать можно. Как будто экран на тебе, да? Ну да. Ну да, так и есть. Хорошо, спасибо, что приехали, потянулись. Надеюсь, мы хорошо поужинали, да, все? Все были довольны? Все очень довольны. Женя, тебя было приятно слышать после российской, так действительно, ты веришь, что в России тебе нравится. Обожаю Россию, ты все кайфую. Да, ты будешь дальше там продолжать работать, проявляться? Ну, я сейчас возвращаюсь в Россию через несколько там, недель, и я думаю, еще минимум полгода там протусую, потом дальше смотреть буду. А ты за территорию Барвихи выезжал? В Подмосковье до Мастера. Ну, я имею в виду, мне нравятся там ребята очень талантливые. Нет, люди там очень крутые. Люди очень крутые. Да, и трудолюбивые. Да. Нравятся все. Ну, конечно, есть свои минусы, как и везде. Здесь тоже есть свои минусы, свои плюсы. Да. Просто нужно знать, как я. И там, где минусы, я туда не иду. В принципе. Я надеюсь, вам понравился наш диалог. Да, если вдруг такие истории вас цепляют, если вам интересно знать, кто и как здесь вырос, да, и с чего начинал, то таких примеров здесь, как Женя, как Сергей, очень много. Мы могли бы приглашать больше гостей и наведываться к ним. Да, и, соответственно, почитаем комментарии. Если будет все нравиться, то мы будем чаще выходить в эфир и... И, так сказать, интересно почитать комментарии. Я не знаю, а что они не подрались? Да, и, так сказать, и транслировать дальше все, что касается работы, где и на чем можно заработать. А ты бы к следующему выпуску, если честно, вот когда мы полетим в Лас-Вегас, ты бы подготовился для русской аудитории, на чем еще можно заработать в следующий раз? Может быть, на какой товар закинуть по весне на Wildberries и на Озон? Кстати, крутая тема. Давай. Вы посмотрите, что классно идет в Америке. И можете эту, ну, в Амазон просто промониторьте, что сейчас классно идет в Амазоне. Вы можете там эту... есть рейтинги? Есть. Конечно. Да. Конечно. И эту фишку вы можете просто как бы одолжить и продавать ее, начать в России. Потому что часто, иногда Россия впереди идет, ну, какой-то тренд выходит. Иногда Америка. И иногда есть какой-то популярный товар, который популярный здесь, но в России его еще никто не знает. Поэтому на этом можно очень хорошо сыграть. Да, сейчас на Озоне, получается, там
грубо говоря, одна-две страницы всего лишь, да? Конечно. А не те там 46, которые... Да, это просто рай для предпринимателей на данном этапе. Ну вот интеллектуальный бизнес, это вот все, что всегда приветствуется. Да. За интеллект. Наш интеллект не подходит. А сколько у нас шпаг? Три. А сколько у нас? Три. Ура! Гардемарины! Все, до следующего выпуска.